Привет! Сегодня разберем монитор MSI для настоящих профи и любителей качественной картинки. Будет интересно, поехали! Начнем с внешнего вида. Этот монитор впечатляет не только своими характеристиками, но и дизайном. Стандарт VISA 75x75 позволяет легко повесить его на стену, освободив пространство на столе. Размеры в 613,5 на 461,6 мм с толщиной всего 182 мм делают его довольно компактным, учитывая размер экрана. А вес в 3,95 кг говорит о том, что перемещать его не составит труда. К тому же монитор оснащен встроенными динамиками. Они идеально подойдут для онлайн-конференции или просмотра видео без необходимости подключения внешних колонок. Звук чистый, без посторонних шумов и искажений. И не забудь проверить описание под этим видео, там ты найдешь полезные ссылки, где этот монитор можно приобрести. А еще я оставил там секретный промокод для скидки. Воспользуйся шансом сэкономить. Перейдем к самому интересному экрану. Этот монитор с диагональю в 27 дюймов и разрешением 2560 на 1440 точек действительно впечатляет. Идеальный выбор для тех, кто занимается программированием, дизайном сайтов или просто хочет получить максимальное удовольствие от просмотра фильмов и игр. Соотношение сторон 16 к 9 и VA-матрица обеспечивают отличную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления в 75 Гц делает изображение гладким и плавным, что особенно заметно в динамичных сценах, а технологии, направленные на заботу о глазах, такие как антифликер и LES Blue Light Pro, минимизируют усталость глаз даже при длительной работе за монитором. Сертификация TAF подтверждает высокий уровень эргономичности этой модели. Не могу не упомянуть эксклюзивное приложение Display Kit. Оно дает доступ к массе дополнительных функций и настроек, что позволяет максимально адаптировать монитор под свои нужды. В общем, если ты ищешь сочетание профессионального качества изображения и ухода за здоровьем своих глаз, этот экран то, что нужно. А теперь о разъемах, ведь для полноценной работы и развлечений важно все подключить правильно. На этом мониторе предусмотрено все необходимое. Один порт DisplayPort 1.2 и два порта HDMI 1.4. Это означает, что подключить к нему можно практически любое устройство, будь то компьютер, игровая консоль или даже несколько устройств одновременно. Не обошлось и без выхода для наушников, что особенно приятно, ведь иногда хочется погрузиться в атмосферу игры или фильма, не отвлекаясь на посторонние звуки и не мешая окружающим. Иногда и просто послушать музыку, работая за компьютером. Все продумано так, чтобы ты мог легко и быстро настроить свое рабочее пространство или игровую зону, не теряя времени на поиски дополнительных переходников или разъемов. Изучив отзывы владельцев, мне удалось составить список того, что больше всего нравится пользователям, а что вызывает нарекания. Давай посмотрим. Минусы. Колонки слабоваты. Кнопки неудобные. Требуется калибровка. Плюсы. Отличное разрешение. Быстрый отклик. Хорошая подставка. Нет засветов. Итак, мы подошли к концу нашего обзора. Надеюсь, он помог тебе узнать побольше о мониторе и, возможно, даже принять решение о покупке. Не забудь заглянуть в описание под этим видео, там ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод, который сделает покупку еще приятнее. Я буду рад увидеть ваши комментарии, делитесь мнениями, задавайте вопросы и, конечно, высказывайте свои пожелания по следующим обзорам. Лайкни это видео, если оно было полезным, и подписывайся на канал Девайс, чтобы всегда быть в курсе последних новинок в мире техники. Спасибо, что был с нами, до новых встреч!